Ебать. Ху! Крадется. У меня нога пробита, блять. Быстрее. Привет, Шайтаныч. Ро. Надо убить 5 ЧВК СССР-25 без глушителя и сделать контрольный выстрел с пистолета. Такой у тебя кровавый челлендж, блин. Я попал. Но у него дробовик с саной. Ему даже целиться толком не надо. Ну выйди ты слева от тебя, я тебя убью. Порешим. Это зло, блин. Вот видите, вот этот черик был голый. Вот я по нему попал здесь разочек. Если бы я по нему попал патроном, который не по броне, а по мясу бьет, хорошо. Просто пошел дальше меня рашить и все. Торопится, молодой человек. Ой-ой-ой, попал ему. Только вроде не в голову. О, в комнате. Сейчас хилиться должен, по сути. Попал. Угомонился, нет? А, угомонился, все. Ничего, смосенько, респект. Ловкий. Хорошо получилось. Алло, подо мной, что ли? В подвале сидит, на выходе, бля. А, в натуре, на выходе сидит крысик. Две флешки, в принципе, есть. Надо попробовать его одолеть. Оп! Даже не дернулся, чел. Понял тебя. Очень сильно, чел. Силач. Тупо силач. Силач. Блять. Он вот тут сидел в углу. Слева двое, прямо один. Здорово. Пошли вон, собаки. Бля, вот. Но справа еще один 100% был. И так как я не слышу бега, скорее всего, он там просто сидит.
будет приманкой. По-моему, залетел ему хэд. А, вы видите, кровь на стене? Скорее всего, залетела. Да, вот он. В смысле? 5 КС, 23. Попал. Попал. А, это Молсина? Что ты? Да, все нормально. Значит, оттуда и пришел. О, а еще один справа. Тоже, кстати, туда идет к нему, отлично. Вот там, наверное, стоит и ждет. Не спрашивайте, как я узнал. Больно, блядь. Да не бойко. Попал. Да, как я и говорил. Что? Я потом посмотрю это в записи, блядь. Хит. Дробовиком там молодой человек. Был. Роковой. Санёк Нео. Замри! Ты чё, ёбнутый? Чё такое-то? Прекратить огонь! Вон он, упырь! Это что, блядь? Вот он! Ладно, каску одел, блин. Хуево, вот хуево! Конец тебе! Ух ты. Один минус. Челик засел. Да, блять, не дергайся, челик. Укольчик поставлю и все, ну. Лушак как раз был, да, получается. Можешь сходить со моей сборкой М4А1? Можешь дискорд, если, допустим, вдруг у тебя... Ой, кстати, это хорошо, вот это нам надо. Ебать! Ху! Вот типа такого я и хотел, чат. Видели там? Крадется.
ЧВК. Юсековец голый. Ну, тут как бы был сразу ваншот, поэтому тут даже... Тут даже контрольный, по сути, не нужен. Нахер тут за спот. Вы видели эту дичь? Пятьдесят второй? Шо? Нахер тут сидишь, чел? В туалете сидит. Почему у меня нога пробита, блять? Быстрее! Давай! Через клашом взорвался моей гранатой. Найс. Кстати, челлендж выполнен. Держу как бы в курсе. Все, 5 трупов, 5 хедшотов с пистолета добитых. Обыщи его. Там же никто в мечнике, я надеюсь, не сидит все это время. Кто-нибудь злодей. Риттон ТВ. Какой-то стример. Что вдруг должен я услышать его? Как он ко мне подходит. Бляха-муха. Давай, так. А, вот оно чё тут. Вот оно чё. Кстати, ровно пятерых. Кого-то там нахерачил бот, походу. Походу насмерть нахерачил? Да ладно. Блять. Звука ноль вообще. А, с улицы стреляют. Сейчас, погоди, чел. Бля. Он там поднялся. Пока я тут отходил, челик поднялся там по железке.
Двое. Грена летает, как бумажная. Ладно, патронов мне хватит, я думаю. Ты кто, блядь? 47-й. Шо? Ты нормальный, чел? Так, а ты какой левел у нас? 42-й. Да, прям надо мной вот тут ходит. Бежит. Сейчас беззвучно спустится на лестницу. Или не спустится. И кто-то еще в меченьке сидит. Какашкой, блядь, да? А у меня закончилась звезда. Ёб моё, блядь. Нет! За стенкой! Ну, блядь, нечестно же. Такая катка была четкая, блядь. Просто чел от бедра за стенкой мне попал в голову, блядь. Тарков такой Тарков, блядь. Все испортил. Кстати, я убил его, судя по всему. Я его должен был взорвать гранатой, наверное. Да, видите, убийство ручными гранатами. Я его взорвал. Блядь, ну он не успел зарандомить, просто голова-глаза. Ну, короче, раз. Ну, 6 человек, блядь, с этого калаша убил. Я думаю, калаш можно смело пропускать и идти к следующему оружию. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.